продолжаем читать третью книгу царств. И поскольку мы уже говорим о последних днях жизни Давида, то остановимся сейчас на завете, который Давид дает Соломону приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определение его, и наставление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил Слово Свое, которое Он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить передо мною в истине от сего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, савениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Ифер, и Еферовым, как он умертвил и пролил кровь, бранную во время мира, обогрев кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости Твоей, чтобы не отпустить седины Его мирно в преисподне. А сынам Верзелия, Галаадитянина, скажи, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома, брата твоего. Вот еще у тебя семей, сын Геры, Вениамитянина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел Навстречу встречу мне у Иордана я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умешлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не свести на его в крови преисподне. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Вот такой завет Давида Соломона. Собственно, сам завет, само какое-то напутствие, благословение Божье. Слово о Иоаве, слово о Верзеле и слово о семье. Это разные случаи и разные повеления. Что касается хранения завета. То есть самого завет. Давид говорит, храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы, заповеди и определения. То есть, с одной стороны, он говорит, первое, храни завет мой, это храни, то есть, завет Господа. То есть, сохраняй связь с ним. Храни. То, что связывает тебя с Господом, дорожи теми отношениями, которые у тебя сложились с Господом, с непрестанным прибеганием к таинству, к обрядам церкви ветхозаветной, к служению скинии, которые очищают тебя, примиряют тебя с Богом, которые. Жертвоприношения, в общем, совершай, которое является необходимым условием для соединения, доступного в Ветхом Завете, единения человека с Богом. То есть храни личные отношения и не пренебрегай жертвенными отношениями. То, что является, собственно, заветом, Ветхим Заветом, заветом об вот, установленных жертвах, с помощью которых очищается и примиряется и благодарит человека Богу, сохраняя этим и укрепляя свои личные отношения. Второе – это ходи путями его. То есть ты должен спрашивать его, что он, куда пойти. Есть множество дорог, по которым можно идти. Ты должен спросить, по которой дороге идти. Ты не знаешь этих дорог. Ты должен спросить его о том пути, по которому нужно идти. Тогда ты будешь идти с ним. Сам Давид почти всегда это делал. Он не знает, как поступить, спрашивал Бога, и Бог ему открывал. Вот про это идет речь в этом напутствии. А третье – это, собственно, соблюдать уставы и заповеди. То есть, когда ты пойдешь по тому пути, по которому он назначил тебе идти, то во время этого пути соблюдай то, что написано в законе. Что нравственные предписания, что обрядовые предписания, все то, что написано в законе, ты должен это соблюдать. То есть, по сути дела, осуществление жизни, человеком жизни своей, оно чтобы осуществить жизнь как должно, необходимо сохранять отношения с Богом, укореняя их в таинстве, в каком-то вот, ну, скажем так, обрядовом, понятно, что в отношении к ветке Завету слово «таинство» не совсем применимо, ну вот в отношении там слова «обряд» будет уместен, но под, под «обрядом» все равно по, по, понимается некая возможность взаимодействия Бога и человека. Второе, это надо вопрошать Бога, куда идти, и идти туда, куда Бог укажет. И на этом пути, куда ты идешь, ты должен соблюдать заповеди и уставы, назначенные тебе Богом. Если ты так будешь делать, то это то ты будешь благоразумен, то тогда разум твой будет тебе давать мудрые указания и мудрые советы. То есть тогда ты не собьешься с пути. Потому что на самом деле человек определяет свою жизнь собственным разумом. Чтобы этот разум указывал ему, куда нужно идти человеку, для этого нужно вот исполнение этих трех условий, суть которых в молитве как в Бога, в жертвоприношении, как освещение Богом, и в верности Слову Божьему, как указание э, вот, того, как поступать себя на пусти, как правильно себя вести. Если человек это будет делать, то его ум всегда будет просвещен, и ум никогда не, соб не будет в помрачении, не собьет его с пути. Вот если хотите, это указание не только для Соломона, для каждого человека. Молись уж совсем вот грубо э, и адаптированно к нашей реальности. Молись, испытывая, что благоугодно Богу. Причащайся, чтобы сохранять единение с Богом. И слушай Евангелие, исполняя его, чтобы вести себя так, как заповедует Евангелие. И твой разум никогда не будет помрачен, и ты никогда не споткнешься на пути, и всегда окажешься благоуспешен, ибо все твои дела будут сделаны в Бога, с Богом в Боге и по воле Божьей. Дальше он, Давид, говорит о двух наказаниях и одном благословении. Что касается благословения, то он благословляет сынов Верзелия он дает наказ Соломону чтобы они были облагодатствованы И этим указывает всем что подлинное благочестие предполагает благодарность даже в потомках по отношению к тем людям которые поступили в отношении к нам мужественно. То есть рисковали многим ради нас в очень тяжелую, трудную минуту. То есть, конечно, благодетелей у нас много. Кто-то дал 100 рублей, кто-то дал 1000 рублей, кто-то дал 100 тысяч рублей, кто-то дал, может быть, еще больше. Кто-то помог мне устроить ребенка в школу, кто-то помог устроить его в институт, кто-то помог мне купить квартиру, кто-то э, там ухаживал за моей мамой, кто-то э, помог устроить в больницу моих родителей, кто-то помог их похоронить. Это все э, благодеяние, и человек должен всегда об этом помнить. О любом благодеянии любого человека, когда-либо ему это благодеяние сделавшим. Это справедливость. Но есть особые состояния, когда некий человек, ну вот я скажем, там в отличном местоимении говорить, некий человек находится в очень тяжелой ситуации, на грани жизни и смерти. Когда его оставили, бросили все. И в этой ситуации некий человек оказывает он благодеяние, когда, то есть тот момент, когда она особенно ценна. Когда отвернулись все, и вдруг находится некто, который мне протягивает руку помощи. С не только как единственным оказывая это благодеяние, но и поскольку все отвернулись с величайшим риском для себя самого. Вот это особое благодеяние. То есть человек оказывает благодеяние в ситуации, когда ему это очень трудно, когда это связано с риском, когда он рискует жизнью, собственностью и здоровью своим для того, чтобы мне все-таки меня поддержать. Вот это благодеяние из ряда вон выходящее. Он подвергает себя определенной опасности. Вот если таковой человек есть в нашей жизни, то по мысли Священного Писания мы должны наказать сами благо благ, любым способом благодарить и его детей, желая им помочь, и если, не дай Бог, случится ситуация, также ответить, отозваться в их жизни, как их отец отозвался в моей. Но и детям своим заповедовать о том, чтобы, по крайней мере, в одном поколении, если это будет возможность такая, вот, благодеяние этого человека не было забыто моими потомками. Это не случайные вещи в жизни такие ситуации бывают. И, конечно, пока мы все живем в сытости и в довольстве, такое не бывает. Но не всегда люди живут в сытости и довольстве. И вот сплошь и рядом такие ситуации могут возникать, и мы должны помнить, что если ситуация такая возникла, то мы должны сделать так, как сделал Давид. Вот э, в истории человека такие Ситуации возникали, про это сняты книги, э, фильмы, про это написаны книги. Вот, скажем, один из популярных на сегодняшний момент фильмов, и э, фильм достойный того, чтобы посмотреть, э, вся коллизия фильма ⁇ Воровка книг э, ⁇ как раз строится вокруг того, что некий уже старый человек, старый человек, ставится перед... Э, старым, старым воспоминанием. Когда-то на войне некий человек спас ему жизнь. И он обещал этому человеку, что он не забудет его добра. И проходит много лет. Ну, собственно говоря, собственно говоря, 30 лет проходит. И вот через 30 лет к нему является сын этого человека. выявляется является очень трудной для себя минут. И этот старик, находясь перед лицом страшной беды, не находит никаких возможностей, чтобы ему отказать. Избави Бог всех от таких ситуаций, но правда Божья, она всегда распростирается над человеческой жизнью. И не дай Бог кому-нибудь в этой ситуации, пожалев себя, э, испугавшись рисков, испугавшись ответственности, отказать, отказать сыну, дочери того человека, который некогда сам, рискуя жизнь, подвергая свою жизнь опасности, спас меня от смерти. Вот об этих вещах нужно помнить. Еще раз повторю, избави Бог, чтобы ситуации такие пограничные когда-то были. Но жизнь сложная штука. Они бывают. И надо в этот момент, в час Х, вспомнить, что Бог стоит с нами рядом и смотрит, насколько мы благодарны, насколько мы умеем ценить благодеяния, оказанные нам, в высшей степени оказанные нам тем или иным человеком. Ну и то, что касается наказания, наказания про Ява мы говорили очень много, и постоянно вспоминали этого несчастного, очень мужественного, храброго и, казалось бы, преданного Давиду человека. Ну и Ава есть два смертных, греха. Он убил двух замечательных людей подло, предательски и во время мира, коварно, жестоко, не, скажем так, несправедливо, не, не за дело. Он убил двух людей, просто руководствуясь личными амбициями. Это не просто какая-то там вот размышление, он нарушил заповеди, и за это получит соответствующее наказание, его убьют, хотя он, спасаясь от справедливого возмездия, будет прятаться даже у алтаря, но закон Божий в этом случае очень беспощаден. Если человек убил другого человека не случайно, целенаправленно, желая его убить, воспользуясь не во время войны, а в мирное время, и убивая его коварно, то есть человек безоружен, а ты убиваешь его оружием, желая его убить в мирное время, то про такого человека сказано, даже от жертвенника моего бери его на смерть. Потому что по мысли, Божественной правды, этот человек является в высшей степени беззаконным человеком. Высшая степень. Это максимальная степень беззакония. Убить оружием в мирное время безоружного человека, сознательно желая его истребить этого человека, это высшая степень беззакония. Состояние каких то ну, случайные там смерти. Для этого есть город, город убежище, есть там какое-то непреднамеренное, или там два человека подрались, или там оба были с оружием, там, война какая-то, еще что-то. Ко всем можно найти исхождение. Но если человек коварно, воспользовавшись доверием другого человека, в мирное время оружием убивает ни в чем не повинного человека, то это по мысли священное Писание по свидетельству Бога высшая степень беззакония. Это человек, который не достоин милосердия, потому что милосердие ему чуждо. Это он не может ничего сделать, потому что он не милосерден в максимальной степени этого состояния суд без милости несотворившему милости, говорит и священное писание Нового Завета. И вот за все это беззаконие он и получает соответствующее наказание, этот Иоав. Почему это не сделал Давид? Потому что он слишком многим обязан, Иоав, и он это знает, и ему не хочется быть ни в глазах родичей Иоава, тем более, что, по всей видимости, они двоюродные братья с Давид и Иоав. Вот. Ну, есть такое очень вполне обоснованное предположение, что матери Иоава и Давида были, э, матерь Иоава и матерь Давида были родные сестры. Э, он очень многим был обязан, кроме того, он родич, и в последнее время он просто боялся, что если он хоть что-то попытается сделать, то может возникнуть новая смута и новая брань. Поэтому он сам этого не делал, но, как мы уже рассматривали этот вопрос, Иоав сделал объективное беззаконие. И если оставить это беззаконие безнаказанным, то мира в эпоху Соломона не будет. Потому что Бог, как Помните, тогда вот некоторое время назад мы разбирали голод в земле только потому, что была допущена несправедливость некогда. Зло должно быть истреблено земли Израилем. Есть разные степени зла. Есть зло, которое, если оно остается безнаказанным, оно начинает расти, и благословение, благодать этого рода, этого народа и этой земли – умоляется. И вот чтобы этого не случилось, должно зло должно быть наказан. Иоав совершил страшное объективное зло. Если его не остановить, то зла будет больше, и Бог взыщет за то, что э, Иоав не был наказан, э, хотя должен был быть наказан. Поэтому Давид об этом печется, чтобы Наказание все-таки Иова достигло, и чтобы зло не процветало в земле. Ну и последний человек это семей. У него другая история. Он сильно большого, беззаконного ничего не делал, он просто богохульствовал, он просто доставлял боль человеку, который находился под гневом Божьим, он усугублял раны того, кто и так изранен. Он, говоря языком современной басоты, он бил лежащего, он добивал убитого, он глумился над поверженным, он показал полное бесстрашие свое и неблагоговение ко всему. Но за это не положено смертная казнь. Вот. Он должен быть наказан за свое зло, но смертная казнь за это не положена. И поэтому Солон не может его убить просто так, как Иоав. И он переселяет его в Иерусалим и дает ему всего лишь одно условие. Ты когда-то здословил моего отца, я все прощу, но не уходи из города. Если уйдешь, кровь твоя на твоей голове. Ты можешь прожить богато, счастливо, замечательно, вот хорошо, прекрасно, долго, только не уходи. Все в твоих руках. И он ушел. И этим показал, что ничего не изменилось. Да плевал он на все. На Соломона, на царство, на Бог. Он сам себе хозяин. Он ничего не боится, он бесстрашный человек в духовном смысле этого слова. Не человек, который преодолевает страх смерти, а который просто на всех наплевал, на все начальства, на все власти, на Бога, как потом обличительно будет говорить про таких людей апостол Иуда. И, собственно, за то, что он не послушался царя и не испугался его, и не стал думать о том, что вообще-то он грешный, а за грехи-то рано или поздно придет отвечать. Если бы он смирился, как Давид, и плакал бы, вспоминая тот грех, который он сделал, он бы нормально жил. Но он не способен к покаянию, как Саул. Он дерзкий и надменный, как Саул. Просто масштаб его личности гораздо, гораздо меньше. И когда он вышел за пределы города, кровь его на голове его. Соломон ни в чем не виноват. Он просто орудие в руках Божьих, потому что этот человек показал, что ему совершенно плевать на все свои грехи и проступки. Он не верит в воздаяние Божье и не верит в то, что когда-то придется за все платить. И суд Божий был изречен.